Один из главных проектов фонда «Радость материнства», который успешно реализуется – семейный дом. В этом месяце исполнилось ровно 3 года с момента его образования. Сегодня там живут 7 ребятишек. Мы построили дом. Я считаю, что это очень уютный, красивый получился у нас дом. Мы нашли мамочку, человека настолько открытого и искреннего, который готов любить такое количество ребятишек, потому что для них это очень важно. Они у нас написали на бумажках желание, загадали, что бы они хотели получить в подарок. И вот мы сказали, что кто без троек закончит 2/4, обязательно получит этот подарок. Оксана Фронтенко много лет проработала в Центре защиты материнства ОС «Остров Надежды», помогала беременным женщинам и тем, кто пострадал от домашнего насилия. А теперь она приемная мама в большой семье.